Приветствую, друзья. Сначала на вопрос отвечу, а потом дальше по пению пойдем в следующий ролик. Ладно? Важный вопрос. И спасибо тебе, Александр, за такой важный для всех вопрос. Так, сейчас я его поднимаю, этот вопрос. Хасай Магомедович, вы в ролике про мальчика, который был немой, а вы его сначала научили свистеть, сказали, что у него такая установка была не кричать, а ему хотелось кричать, и стероидная реакция. У многих людей после детского сада, после школы особенно, после домашнего воспитания очень много таких реакций накапливается. Иногда мы понимаем, откуда наши зажимы, то есть помним, откуда пришла неправильная установка, а иногда не осознаем и не помним. Эти установки можно снять только разгрузкой. А если я не помню, из-за чего эта реакция стероидная образовалась, что тогда делать, как ее снимать? Отвечаю. Значит, у многих людей на самом деле, то ли в детстве, то ли в подростковом, то ли еще и во взрослом образе, бывает такая застреваемость каких-то реакций, которые выключают целые блоки. Но немой человек становится там, или страдальческий, или паникующий, там фобический какой-то. Да, многие болезни цепляются к человеку. От чего? Ну вот, допустим, на фоне аффекта какого-то эмоционального, ну, резкий всплеск напряжения, ну, будем так проще говорить, эмоциональный взрыв такой произошел какой-то, и на этом фоне какая-то мысль возникла, или он услышал какую-то мысль, кто-то ему сказал, вот теперь так будет, или он подумал, а может теперь так будет всегда, может будет повторяться, да что это со мной? И заклинило. Ну, бывает такое. А вы знаете, что как раз-таки волна помогает от всего этого освобождаться. Когда вы, где бы вы не получили такую доминанту, которая не интегрирована в целостность общемозговых процессов, и поэтому она как бы висит и включается каждый раз, когда что-то напоминает, какая-то ассоциация, звук, там запах, там или цвет, или там слово какое-то, раз опять включилось. Так, фобические реакции возникают. Так вот, волна. Когда вы ее делаете, когда вы выходите на автоколебания, переживая, о чем переживается, да, и в этот момент а на автомате все это снимается. И не обязательно там специально думать, какая у меня в детстве была травма. Там. Не, оно само все вылезает. Если вас начнет трясти там или плакать, вы начнете плакать надо, трястись надо, добавлять действия, которые хочется добавить там. Ну это же волна. Волна. И это же уникальная вещь. И она как раз-таки снимает все это. Ну, курс надо проходить там. Удобное для вас время, вы можете несколько дней подряд, без всякого насилия над собой, запомните. Делать только так, как вам приятно. Переживать, о чем переживается, соединяя это с колебаниями, да-да-да-да. И у вас, вы заметите, через несколько дней вы станете спокойнее, увереннее себя чувствовать. Дальше есть освобождение от всех этих неприятностей. Не только дети, но не только подростки, но и взрослые люди. Мне одна актриса рассказывала, что она вышла после съемок фильма, садилась то ли в троллейбус, то ли в трамвай, я не помню уже, и оборочки платья поддерживала, когда ножку поднимала. А платье-то было совсем другое уже. Она же то там сняла, а это осталось, она из роли еще не вышла, из образа, понимаете? Ну, это вот очень такая художественная натура. Но они не только так может быть, она же может так и какую-то психосоматику подхватить, правильно же? Она такая впечатлительная. Вот о чем речь идет. А мы как раз занимаемся советами, как гармонизировать свое состояние, как освободить себя от этих зажатостей, от этих неприятностей. А актеров тоже обучаем, чтобы они быстрее в образ ходили, в роль. И выходили оттуда полноценно. А то так и будет ходить всю жизнь в чужой роли. Ну, я шутник, знаете. До встречи, друзья. Будут вопросы, пишите. А пение, пение, в следующем ролике будем обсуждать.